Привет, дорогие подписчики! Вы на канале Львовский Хаус. Сегодня у нас очередной день. Потихоньку так из маленьких блоков наделаем мы наше видео. Вот сегодня опять взял в помощники своего друга Дмитрия. Вот он уже там с нивелиром настраивает. В планах у нас сегодня на работу это выставим правильную ось, уже сориентируем наше здание правильно по вот этим вот меткам. Выставим наше здание, перенесем вот эти вот блоки, уже поставим только первые, вторые не будем ставить, будем смотреть по факту уже, наверное, на весну, или все-таки еще успею сделать. Может, домик все-таки начнем делать. Мне очень хочется начать его делать еще в этом году, но будем по факту смотреть. Мы сейчас выставляем наши вот отметочки. Вот, как видите, вот сейчас вот при дневном свете, вот вчера мы с трактором тут чуть-чуть понивелировали, поподкидывали нашу землю. Вот, привет нашему Дмитрию, вернее, Дмитрий вам привет передает. Вот, так что вот здесь вот явно мы больше накидали, так что здесь вот надо будет это все порастаскивать, в ту сторону накидать. Так что это уже в следующее видео, наверное, будем мы показывать. Ну, как-то вот так. Так что, в принципе, такие у нас планы на сегодня. Поэтому работаем. Не переключаемся, смотрим. А тем временем мы приступили к выносу оси под мини-домик на местности участка. Вначале грубо. В первом приближении вынесли контур домика с помощью прутов арматуры и шнурки. Это надо, чтобы от чего-то отталкиваться. Для выноса осей я все так же пользуюсь египетским треугольником. Его стороны в 3, 4, 5 дают угол в 90 градусов. После этой процедуры начали выносить уже рабочие оси, используя заранее подготовленные приспособления. Они хороши тем, что оси уже можно двигать и регулировать, когда будут отбиваться диагонали. На первый взгляд кажется, что процесс очень прост, но времени он у нас немного отнял. Так, дорогие подписчики, я где-то в каком-то моменте у нас села камера. По факту, смотрите, мы вот выставили наши оси, уже используя наши вот эти вот приспособления вспомогательные. Сейчас мы пока повыставляли, но диагонали еще не мерили. Вот сейчас диагонали замеряем. Если все будет хорошо, можно будет уже приступать к укладке наших фундаментных блоков и трамбовке нашего основания. Ну, чуть-чуть доуплотнить. А так, в принципе, все. Вот, сейчас будем смотреть, что-что? Общий привет. Общий привет вам от Димы еще раз. Как уже говорилось, следующим этапом мы приступили к укладке фундаментных блоков. Блоки имеют размер 400 на 400 и высоту 200 мм. В местах расположения блоков заранее было подготовлено основание. Основание выполнялось послойным трамбованием песка. Каждый слой был не более 15 см. По итогу получилось так, что в это основание арматура голыми руками не продавливалась. Приходилось забивать, что мне кажется хорошим знаком. Вес будущей постройки не будет превышать 5,5 тонн. Следовательно, если разделить на наши столбики, а их 7 штук, на каждый блок будет приходить нагрузка около 800 кг.
Основание с размерами 400 на 400 по расчету выдерживает около 1000 кг. Так что, сильно не мудрствуя, приступили к работе. Весь процесс не заснял, так как пошел дождь, но вкратце выполнили следующие виды работ. Все отметки площадки под фундамент мы отстреливали с помощью нивелира. Где было необходимо, мы снимали лишний грунт. А в местах, где не хватало земли до нужной отметки, мы подсыпали, проливали водой и доуплотняли ручной трамбовкой. Так, дорогие подписчики, смотрите, сейчас дождь у нас идет, то моросит, то идет. Я мало процесса заснял, но сам эффект, вначале что-то было, мы передали. По факту, что у нас вот получилось. Вот смотрите, выставили первые столбики фундаментные, вот эти вот. У нас сверху еще, потом на раствор посадим еще вот эти вот оставшиеся наши блоки. Поэтому как-то так. Вот все, что у нас выставлено, все в отметку и практически ровненько. Так что сегодня так поработали нормально. Дима на меня зол немножко, потому что мы задерживаемся уже на 2 часа. Вот. И оси выставили. Даже по диагоналям, не знаю, вы попали, нет. Диагонали сошлись 1 миллиметр. Так что я думаю, все должно быть ровненько по факту. С вами был канал Ливотский Хаус. Пока.